Так, русский магазин. Вот что у нас тут имеется. Пожалуйста. Для тех, кто не в курсе. Конфеты. Отдел конфет. Есть все, что вам хотите. Вот сгущеночка, пожалуйста. Любая. Такими же баночками. Вот варенье всякие. Вот конфеты. Давай покажем. Производитель Россия, город Москва. Видно? Ну, наверное, будет видно. Улица Адоевского, дом 2А. Телефон. Ну вот, есть все. Это готовая продукция. Всякие повидлы и варенье. Вот крупы. Пожалуйста. Вот чаи и кофе. Виртуальная экскурсия получается. Чай и кофе, пожалуйста. Вот макароны всякие, крупы, сахар, мука. Все, что надо. Консервы всякие. Ну вот, пожалуйста, рижские шпротики. Печенье. Все возможные. Вот. Что там еще у нас? Это всякие полуготовые бинсы и всякое такое. Каши. Хлебушек. Тот, который пекут здесь сами. Вот, пожалуйста. Что мы-то берем? Черный нужен? Мой любимый батон. Вот такой хлебушек. Вот батончик. За 22 копейки. Но он совсем не 22 стоит здесь. Вот черный такой. Черный, вон половинку возьмем, да? Вот готовое, пожалуйста, всякие соленья. Квашеная капуста, помидорчики, огурчики. Ну, вот, пожалуйста, холодец под шубой. Что там еще? Супчики всякие. Вот молочное. Пожалуйста. Йогурты, кефиры. Кефиры. Все еще кефиры. Яйца. Пожалуйста, есть. Ряженка. Всякие сыры, сметаны. Масло. И так вот целый такой немеренный ряд. Творожок, пожалуйста. Вот оно называется Farmer Cheese. Не знаю, видно будет или нет.
Раньше было даже по-русски где-то что-то написано. А, вот, пожалуйста, творог домашний. Не очень резко, но нормально. Пожалуйста. Бессарабский. Для тех, кто не знает. Ну вот еще, пожалуйста, маковый рулет. Это, я не знаю, что за печка, чародейка, плюшки какие-то, все. Пожалуйста, плюшки. Вот такими вот этими самыми рядами. Ешь не хочу. И вот так вот все это уходит до горизонта. Пожалуйста, сухарики. Сухари, малятка, сухари. Вот, кстати, вот. Квас грибу киевский, росинка. Двухлитровая бутылка. Соломка. Так, вот что покажу. Пожалуйста, малышок. Сушки, пряники, русское чаепитие, пожалуйста, пряник абрикосовый, вот есть такое, что еще тут вам показать. Для юных алкоголиков. Сырок дружба. И сырок янтарь. Пожалуйста. Все. А вот 50 сортов колбасы. Все, что хочешь. Ну вот, пожалуйста. Чтоб не говорили, что нету. Еврейское саляне. Это что у нас? Буковинская. Бекончик. Ау. Да. Вот сало копченое. Пожалуйста. Ну вот. Вот так. Там дальше рыбка пошла. Селедочку надо им показать. И у нас макияс. Пожалуйста. Селедка. Всякие аджики. Кимали. Ну, дальше рыба вся копченая, все, что есть. Тех, кто не верит, что у нас много колбасы всякой, пожалуйста. Пожалуйста. И колбаска. А вот уже все готовое. Эктади. Ну, готовое. Всякая всячина. Ну, давай по ценам. На готовую продукцию. Ну, как... Салатики. Лицом упасть. А вот такой вот морозильничек. Пельмени. Но рассыпом. Телячьи. Ну и по
водички пройдемся. Пожалуйста. Вот так вот.